Итак, снова всем привет. Сегодня у нас распаковочка. Говорящие ручки. Значит, смотрите, у меня есть приставка спутниковая. Не приставка не спутниковая, а Android приставка T2, S2, Спутник и Т2, Интернет, Ютубчик там очень часто смотрю. Правда, она вот, я вам так скажу, HD тянет хорошо, Full HD уже тяжеловато ей идет, 4К вообще она не тянет, но мне все нравится. Игры не мне надо. Используюсь я там э -э вот такой вот мышкой. Я очень давно заказывал. Э -э вот здесь, вот посмотрите, в подсказочках оставлю. Э -э видосик на нее. Э -э стоит она, не помню. Но ну, очень дешево. Она такая вообще, видите, дешевенькая. Э -э ну, давно уже у меня работает. Стоило дешево. Внизу ссылочку оставлю, посмотрите. Хотя решил ее заменить. Решил заказать пульт э -э с управлением мышкой. Потому что, ну, как все-таки иногда неудобно. Вот сидишь ты, все-таки неудобно. Опять же, недорогой пультик. На Алишке заказывал. Вот, нормальненько упакован. Единственный момент, давно уже такого не было, очень быстро пришел. Он пришел вообще, ну, две недельки, может быть, дней 15 максимум. И он пришел очень быстро в Украину. Это Для Украины это очень быстро. Новая почта. Все дела. Распаковываем посылочка не повреждена, все хорошо было. Вот, сейчас мы ее распакуем. Здесь написано полтора доллара, ну он дешево стоил, опять же ссылочки внизу посмотрите. Так, распаковываем. С этой стороны нам бы его так разрезать. А, вот так. Пупырчатый пакетик. И плюс еще внутри там коробочка есть такая. Вон она, да. Вот так вот, что у нас здесь все. Да? Вот, смотрите, с одной стороны немножко примятый. Этого не было видно. Ну, вот, видите, Air мышь. 2,4 ГГц. Ну, я сильно не разбираюсь, что это значит. Что мы смотрим? Smart TV, ПК, Android, но Tablet, Gamepad. Простите меня за мой английский. Мадэн Китай Вот, здесь можете поставить на паузу Почитать Упаковочка фирменная, это уже и радует Потому что бывает, очень часто приходят товары Из Китая просто в пакетиках Открываем Ну я думаю Примятость это ни на что там не повлияет Я его сейчас распакую, но потом подключу Еще посмотрим вот, Есть инструкция бы ее достать-то. Иди сюда. Так, да, не достану еще Мануальчик. Что там за мануальчик сейчас? Ну, я думаю, здесь просто ничего сложного нет. Ага, мануальчик на китайском. Ничего нам. А, не, если на английском. А, Все нормально. Стоять. Да, это китайский, с другой стороны, а английский. Ну, вот так вам покажу. Кто ставит на паузу, тот читает. Кто не ставит, тот не читает. Так. Гироскоп, все дела. Ну, походу разберемся, вы знаете. Зачем нам инструкция? Разберемся по ходу. Ну и сам пультик. В таком вот пакетике. Извиняюсь. Немножко отвлекся. Значит, пакетик. Моденчина. Все запаковано, все хорошо. Так, что мы видим? Вот здесь такой султач. Маленький он. Что это такое интересное? Блин, какая-то. Ну ладно. Так. Ну аккуратный маленький пультик, я вам скажу. По запаху, как всегда. Запах вообще отсутствует. О, здесь голосовое управление, слушайте. В общем, будем изучать все. Вот это что-то позиционируется как, не знаю, так открываем. Открываем. Отзывы читал. Все отзывы хорошие. Так, подождите. Что-то не могу открыть я. Давай. Ну, ребята. В прямом эфире. Открывайся, давай. Китай. Сейчас попробуем. О! Надо было немножко помочь. А, ну здесь уперлась немножко. А, ежешь вот еще... Адаптер. У меня такой, кстати, на мышке тоже стоит. Сейчас пойдем его подключим. Я забыл, да, здесь еще адаптер есть. И батарейки. Это, наверное, не знаю, калибровать что ли надо. Или типа блима, что он калиброван, не знаю. Так, батарейки у меня здесь. Сейчас ставим. Вот, тирасельские. Так, раз. И два. И три. Здесь будем сейчас по как будто пульт не. Ой, эта крышка не сюда, смотрите, с дыркой фиксироваться должна типа того. Сейчас, может, его калибровать придется, я не знаю. Посмотрим. Как теперь тебя закрыть-то? Опа! О. Ну так, скажу, смотрите, по сборке, даже. По сборке вроде все нормально. Но вот крышка очень тяжело открывается. Ага, ну еще смотрите, вот... Слушайте, его нам действительно надо калибровать, что не знаю. А, не, все перестало мигать. Типа, загрузилось. А, может, он искал... Это адаптер. Сейчас. Сейчас все пойдем. Чем пойдемте смотреть. Так. Вот мышка, вот видите, здесь уже у меня есть один адаптер. И сейчас мы второй сюда вставим. Здесь у нас четыре USB входа ты приставочки. Какой неудобный немножко мне. О, все. Есть контакт. Так, что мы должны сделать? О! все работает так я вам не буду показывать так ну подождите сейчас я выйду назад и это работает это интересно не это не работает включили мы окей выходим так смотрите нажимаем значит здесь мышку О. И все, и пошла мышка, смотрите. Прикольно. Вот ютубчик здесь, все дела. А ну настройки нажму хоть. Так, все, смотрите, все, есть контакт. А как интересно, назад, вот на мышке там есть секси, а здесь... А ну-ка. Назад нету здесь. Так, ну в общем что, все работает, но это главное, да? Надо на пульте нажать. Это у меня прошивка, кстати, Малазика, Где-то у меня есть опять же видео. Кому интересно, пока два. Так, а ну у меня, смотрите, вот я здесь еще увидел. Вспышку не выключил уже со вспышкой. Ну, не очень красиво, ну как есть. Смотрите, вот у меня, значит, какая-то буквочка есть. Так, что мы делаем? Надо, наверное, вверх и нажать на ног. И. Ага, да. А вот здесь есть. Выберите клавиатуру. А ну, давайте нажмем будет. Так. Только сейчас. Так, Авиатура, клавиатура, клавиатура, настройка клавиатуры. Ну, давай, хоп. О, смотрите, здесь есть кнопка домой. Сразу вышел я домой. В общем, смотрите, я разберусь. Самое главное, что все работает. Все двигается. Потом уже поставлю вам отдельно с сниму. Так, в общем, я разобрался, вспышку выключил. Я думаю, нам все равно я буду экран снимать. Значит, первое. Оставил пока две. Работает и мышка, и джойстик. Э, Смотрите, вот мышка. И джойстик. Ну и пульт. Оба работают. Значит, очень удобно пультом работать. Что здесь, так скажем, ну, опять же, без подсветки я, да, вот так вам вот покажу. Не работает вот голосовой вот, не знаю, ну, наверное, здесь просто его нет, или может что-то нужно доставить. В общем, я пока посмотрю, займусь. Если где-то что-то будет интересно, какие-то настройки какие непростые, я сниму еще одно видео. Так, и что здесь еще у меня? Вот не хватает, сейчас, сейчас включу все-таки вспышку для пульта так все-таки видней. Если видите, как сильно он на себя пыль берет. Значит, вот эта кнопка не работает. И Delight. Не знаю, что такое Delight. Вот, все остальные кнопки работают. И нет здесь, вот если здесь на пульте есть Exit, это шаг назад. И на мышке, правая кнопка мышки, это шаг назад. То здесь такого нет. Все остальное работает идеальнейше, да? То есть, грубо говоря, вот мы Сейчас я, вам, сейчас я включу выключу вспышку. Включаем мышку. Вот мы ее включили. Заходим, к примеру. То есть нажимаю на кнопку ОК. Так, это же на сюда направлять. Так, заходим в Ютубчик. Набираем лови момент. А вот он, кстати, уже и есть очень надзывчиво работает. Так, что за ловушка, ребята? Нет, не ловушка, лови момент. Так. Лови момент. Ну, я ж нажимал на тебя. О, теперь здесь надо выбрать каналы. Так, все каналы. Блин, они надо все время так применить. И вот он я. Так. Если мы, к примеру, запускаем последнее мое видео. Просто хочу проверить здесь кнопки. Кстати, реклама тут пошла. Сейчас закончится. 5 секунд. Так. И вот здесь есть кнопка play, да, а ну-ка, хопа. О, видите, останавливается кнопочка. Супер. В общем, кнопочка останавливается. Также можно, вот, кнопка выключить звук. Хоп. Все, это, понятно, звук. Это программы переключает, то есть программы легко переключает. Вот это в любом, в браузере, это меню. Вот видите, здесь сразу у нас, вот. Меню появилось. Так, плей понятно, это включать мышку, выключать. Это также переключение программ и звук. И это домой. То есть, в принципе, вот шаг назад не нужно делать, можно просто делать домой. О, не, смотрите, выключила назад. А ну еще раз. А ну-ка, домой. Во. А, вот это вот кнопка, шаг назад. Ну хотя там в этом, э, в, э, на спутнике, да, я смотрел, то там сразу выкидывают на стартовую страницу. А здесь, видите, шаг назад. Что еще хорошего? Значит, можно выключить с этой кнопкой. Вот выключение. Сейчас я выключу, вот видите, выключилось. Но включить нельзя, не включая. То есть выключить можно, включить нельзя. То есть, как я пользуюсь? У меня здесь тоже я пультом от телевизора включаю пульт, и пультом от приставки буду включать приставку. Вот. А все остальные действия можно совершать этим пультом. То есть он универсальненький, такой подходит. И плюс удобно управлять. То есть, мы исключаем мышку, исключаем пульт. У вас один гаджет в руках. Этот пульчик. Это не знаю что. В принципе, он нормально работает. Ну, пусть и так наклейка будет. Так что так вот. Так, выяснил еще. Del, delight, да, удалять. То есть просто, когда мы пишем, вот, к примеру, в поиске, да, и потом можно кнопкой delight просто удалять. Вот, нажимаете сюда на delight. Не видно. Вот delight. И все удаляется. Единственное, я не разобрался. Может, кто знает, пишите в комментариях внизу, как подключить он голосовой в поиск. Ну вот, нужно какую-то клавиатуру. Потому что у меня вот, смотрите, сейчас покажу, вот у меня вот это стоит значок выбрать клавиатуру. Ну давайте попробуем сейчас в прямом эфире. Так, язык вода вот, настроить по умолчанию. Нет, не то. Это не то. Это просто языки. Ну дальше. Так, она еще раз нажимаю. Так, настройки. Так. Текущая клавиатура. А, вот, наверное. Хоп. Так. Хорошо. И что теперь? Ага. О, смотри, какая у меня стала клавиатурка. Это, наверное, его клавиатура. хорошо, а где же языки? Угу. Так. А, может, тогда, подождите, а может, теперь работает... Стоп. Ладно. Может, теперь работает вот это вот? Не, не работает. Вот не работает. И не уходит вот это... А, настройка клавиатуры. Так, хорошо. Только сейчас. Настроить. А, ага, вот, видите, вот эта настройка. И что здесь языка нету. включено тип того mm -mm. что не происходит в общем знаете что надо наверное включать все-таки вот клавиатуру андроидовскую. эта штука получается вот здесь будет всегда висеть в общем если разберусь чтобы не висело тогда будет еще видео а так, если что, кто знает, что делать, короче, пишите внизу. Вот я его убрал, конечно, но он при каждом включении будет появляться. Кто знает, как настроить, вот голосовой вот и как избавиться вот от. Сейчас выключу. Сейчас покажу. Я включаю. Так, и появится опять выбор клавиатуры сейчас. Подождите. Сейчас хоп. Вырубим сразу. Так, так. вот видите, вот появилась опять это выбор клавиатуры. В общем, кто знает, как избавиться от этого, вот этого вот, пишите внизу под видео. Если я разберусь, сделаю отдельное видео. И как подключить вот голосовой год? Вот. Включил вспышку, чтобы виднее было. В общем такой вот пультик, в принципе удобно. То есть мы исключаем, ну, этот пульт только включить нужно, как телевизор вы включаете, так и пристал, включили и все. Пользуемся вот этим одним пультиком. В общем все мне понравилось для просмотра видео, просмотра каналов, то что нужно. Ну все, значит вот здесь вот интересные видео на эту тему. Ссылочки, пишите комментарии, кому интересно, все внизу там. Ставим лайки. Всем пока.